Я просто офигел от того, что происходит с этой игрой, потому что оказалось, что здесь дофига световых мечей. Их просто огромное количество. И я именно заспойлерил себе двойной световой меч и золотой. А, и фиолетовый. Это Россия 24, что ли? Или Россия 1? Что, НТВ? Колокрон. Кстати, Гейтс, я заметил то, что в этой игре очень мало боссов. То есть, в данный момент у нас было сколько? Вторая сестра, во-первых. Во-вторых, и AT-ST. Это очень странно. А, жабка, еще жабка. То есть, всего три босса. Могло быть и больше, знаете ли. All right. I don't see anything. You're preoccupied with something on the ground. We're clear. Прям все заняты? Серьезно? Да, это та планета. Точно помню, она еще... Но, в принципе, во всех вроде бы произведениях была. В фильмах, в мультфильме «Войны клонов» точно была, я помню. Стоп, нет. Насчет мультфильмов я, кстати говоря, точно не помню. Но было как она была как минимум в фильме и в Star Wars Battlefront 2. Старенькая, которая... Там надо было сражаться против дроидов. Нифига себе деревца. Я надеюсь, мне не придется прыгать по нему. Guerrilla fighters, Wookiees and off-worlders ambushing an Imperial convoy. Walkers approaching their position. Tarful could be with them. Tarful could be anywhere. Like deep in the ground, like we're gonna be if we get caught up in that battle down there. We don't have any other options. And they'll die without our help. So what's your plan? Возьми световой меч в руки, спрыгни туда и помоги мне чем-нибудь. Пожалуйста. Мисс Юзлес, помогите чем-нибудь. Прямо так будем прыгать? Я думал, он скажет, выполни супергеройское приземление. Волосы классно двигаются. Хотя не очень реалистично, учитывая, на какой скорости они летят. Они, блин, как... Пластилин. Хотя, опять-таки, наверное, это связано с настройками графики. Что это? Это водоросли, я надеюсь? О, листочки. Хелл, у тебя... Чем у тебя покрыты волосы? Почему они никак не... Офигеть. Ваша ж мать, что же тут происходит? Это самая дефолтная война. Блин, а мы побываем на охоте? Я хочу в этой игре попасть на ход. Серьезно, прям очень хочу.
Саботаж. Забраться. До меня слишком долго доходило, что теперь, что надо делать. На пузик ему надо. Это куда? Да-да-да, вот сюда надо. Аккуратней, Кэл, аккуратней, нас могут раздавить. Теперь надо наверх, скорее всего. Да-да-да. Гон скрипит. Прыгай, Кэл. Кэл. Кэл, умница. Еще раз. Еще раз прыгнуть. Спасибо. Аккуратнее. Главное, по мне не попадите. Мы же типа на одной стороне сразу ставить. Да, еще немного. Ты мог бы пушки хотя бы обрубить. Кэл. Мог обрубить пушки и тем самым помочь хоть чуть-чуть. Потом уже взорвать это дело. А, мы просто не восприимчивы. Не восприимчивы к их атакам. К атакам наших, так называемых. Ой, все залагало. Что это? Справедливо. Что, собственно говоря, от нас требуется? Я опять что-то не вижу. Ого. Как я должен был до этого додуматься? Не знаю. Хотя ладно, они камеру сфокусировали на этом. Как вы поняли, что я джедай, если я просто проник на ваш корабль, чуваки? Что за гений берут в Империю? В смысле, в штурмовиков? Открывайте ворота. Зависло. Курите. И вы меня, конечно, извините, но если стукнуть двух людей в подобных шлемах вот так, то им будет немного плевать. Стойте, вы серьезно? Мы сейчас будем эту штуку управлять? Офигеть. У нас других орудий нет? А вот еще орудия есть. Кабину может просто... Падать. Смерть, умирать. Разрушение. Вечное господство. Аккуратнее, Луки. Я могу вас немного убить. Это кто? Это наши? Да-да-да, это люди. Или нет? Нам в какую сторону вообще надо? Действительно. Вау. Чел, ты был поаккуратней. Знаешь, по нам ведется обстрел.
О, это босс, что ли? Фу. Босс. О, здрасте. Я бы посоветовал вам совсем немного уйти. Но, как хотите. Пройти не можем или что? Что это такое? А. Опа. Все сломаем, не переживайте. Что еще надо с... А! Ого. Почему ты не улетаешь? Как хочешь. Валить. Здесь не будет никаких квиктайм ивентов. Монстр кончился. Красивый кадр. Я угробил два огромных шикохода. What are you doing on Kashyyyk? Looking for somebody. What are you doing here? My companions and I came to Kashyyyk to disrupt Imperial supply lines. Hey! So, who are you looking for? A Wookiee chieftain named Tarful. Tarful is impossible to find. There's a reason he's evaded the Empire for this long. He's a freedom fighter? He's the freedom fighter. A symbol of the Wookiee resistance. Striking at the Empire from the Shadowlands. Huh. Seer, Grease, this is Saw. How you doing? What do you want with Toph? Jedi business. Jedi are dead. Not all of them. You get that off a corpse? The Master gave it to me. This pad supports an Imperial refinery that runs on Wookiee slave labor. Intel suggests that some of the captives there are guerrilla fighters. I should help them. One of them might know how to contact Tarful. It's possible. Whoa, wait a minute, hold on, wait a minute. The Mantis works wonders. I mean, it's a great ship, excellent pilot, but it is not built for close support. We'll stay here and monitor Imperial transmissions. With a bit of luck, we'll intercept any distress calls. Appreciate it. My lieutenants and I will scout ahead to prepare the attack. Join us when you're ready. Go, go. Блин, это леди, она просто, она useless. Я не знаю, зачем она в этой команде нужна. Она же ничего не делает. Серьезно, она просто говорит, вот, Кэл, давай, я вот джедай бывший, да, я силами не пользуюсь больше. Давай ты сам справишься, а я тут на корабле посижу, травку поворачиваю. Чем бы и нет. В форс-юзеров с бластера постреляю, да. Полезно, просто нереально полезно. Стоп, это что-то здоровье. Это... Блин, а как больше стимов? Рывок с ударом. Шнуровки импульса, так на бегу. Ладно. Хотя бы так.
Блин, полоска здоровья, нифига, вот так растет. По новым мечам у нас ничего нет. А жаль. Кстати, по новым пончо и раскраскам. А, это уже было. Давай замаскируем тебя чуть-чуть. Так, окей. Окей. Идем по квесту. Всегда забываю то, что в этой игре есть карта, потому что, блин, соус-лайки карта это прям очень мемно. Карта почему-то не открывалась. Так вот эта локация. Нам в ту дверь. Сначала. Даже так. А, это не мне, походу. Я нашел сундук. Отлично. Ломай его, диван. Умничка. Новый тим диван. Рассвет Сандарии. Вот даже так. Еще сундук. Надеюсь, рано или поздно мы все-таки найдем какой-нибудь мечик новый. Дождевой лес. Новая понч. Можно мне какой-нибудь плащик, халатик и что-то в этом роде. Да кимоно хотя бы. Быть более похожим на мастеров джедаев. Все-таки на мастера джедаев мы джедаи играем, правильно? Правильно. И тут ничего нет. She's in no condition to fight. You're right. There's no time. Stay strong until we get back. Да, придержись. Ну, умрет, кстати. Нифига, небольшие так. О! Дробит забавный. Коробочка. Просто коробочка. Походу, туда нельзя никуда, окей. Что это? Нам сюда, видимо. Здесь верстак есть. Твою. Я офигел немного, когда на меня паук напал, конечно. Кэл! А, одну тычку. Просто к сведению, я арахнофоб, я просто ненавижу это дело. Ого. Добавили нашему друиду трансформатор.
Замыкание. Бедиван может включать и выключать некоторые механизмы. Хорошо. Например, вот этот. Туда надо. Так, а здесь что? Видимо, с той стороны надо как-то залезть. Ладно. Туда попасть тогда, если Кэл просто не хочет. Просто не хочет, вы посмотрите. Очень странно. Ладно, пофиг. Можно, пожалуйста, без пауков? Там какая-то штучка была. Как прикрыть? Теперь этой штучки здесь нет. Жуки какие-то. Шутно. Они взрываются. Да я так и понял. Я так и понял, что эти сволочи взрываются. А, Лиана. Как они просто понимают, что я джедай? В чем их логика? О, какой-то парень! Джедай, 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 джедай! Не, ну реально бред. Я всегда это очень сильно напрягало. А, это наши. Ладно. Тогда все в порядке. Ну, они бы так не кричали, а то сюда еще и подмога приедет. Прилетит. Как ты что-то здесь видишь? А. Технологии будущего, да. То есть вот этого они не слышат, да? Они же в десятки метров от нас, разве нет? Сейчас даже посмотрим. Хотя... Куда мы вообще смотрели? Не знаю. Странно все это. Жуки. Эти жуки пакостные. Опять проблемы с музыкой. Чуть на бонфайр. Сюда. Стоп.
Ах, да. Вот это место вроде бы было в геймплейном трейлере. Если я ничего не путаю. Лут я заберу, разумеется. Wookiee warriors left this. They use this place as a hideout in their battle. Знаю, как я пропустил. Так, ладно. Сейчас вроде бы будет инквизитор какой-то. Ты у нас кто? Ой. Играю, что я в шоке с этого. Вау. Реально молодец. Гениально. Гениально, гейс. Прям 12 из 10. Я не знаю, как это еще назвать. Блин, могли бы хотя бы сделать, что он спотыкается и падает в воду, но не настолько же криво это делать. Когда он просто бэкается. Реально бред. Чуваки из Эй, что же вы делаете? Так, что можно вообще взять? Лучше на восстановление силы. Увеличивает максимальный запас силы Кэла. Наверное, вот это стоит взять. Так, ладно. Поорали и хватит. Тайминговая штука, конечно. По одному, гайс. Ах ты сволочь, сзади ведь на пол посмотреть. Пока-пока. Или не пока. Ну ты же не умеешь забираться, правильно? Правильно. Открываем дверь. Да как скажешь. Я заберу твою униформу, если что. Почему залагал? Что же так лагает? Да как скажешь. А, точно. Вау. Только что прошелся по нему мечом, вообще плевать. Можно немного повредить твою стабильность? Да, бегу. Я с его опыта секрет ручу. Это нормально вообще? Почему так лагает? Почему лагает в этом коридоре? Это даже не босс, блин, а я дохну от него.
Я до сих пор не понимаю, что из этого может так лагать. Что, что с FPS-ом, что с кадрами вообще? Откуда эта лютая просадка? Бред полный. У нас оптимизация игры EA, спасибо. Понравилось. Дайте еще. И зачем это было? Очень. О. Еще одна версия этого дебила. Взломать. Ломай это дело. Аж два сундука, посмотрите. Ну, началось, да. Это вот покрытие. Здесь что? Стиджон, Primary Stigeon. Прикольно. Допустим, пусть будет. А, тут даже несколько. Огнемет? Серьезно? Как мне контрить огнемет? Как вы предлагаете мне контрить огнемет, скажите? Мне очень интересно. Doing okay, BD1? Хорошо, куда нам? А. Так, ладно. Лезем наверх. You sure you want to plug into this thing? Okay. Что происходит? А, типа бур. Там что? Тут вроде провода можно разрезать. Нет, нельзя. Что-то ничего нет. Ладно. Идем сюда тогда. Как же вас много, гайс? О. Это не по мне. По пауку они стреляют. Ну и пусть стреляют по пауку. Не мои проблемы. Паук. Паук, иди сюда. Умничка. А, их там целых два. Эти двое так синхронно бились с паучками. Так. Пауки до сих пор живы, если что. Пауки просто убивают все, что движется. Ты... Ё, скажи мне. Там внизу два гигантских паука, а ты стреляешь по другому человеку. Чё, совсем гений? Не знаю, как я это заметил, кстати говоря, но... Это заметил, я иду сюда. Я бы, кстати, не стал туда лезть, потому что здесь... Флора и фауна, они... Не располагает к тому, чтобы находиться здесь человеку с подобными психическими отклонениями, как у меня. Увеличен максимальный запас сил. Кайф. Сейчас здесь будет паук, да? Да, сейчас здесь будет босс-паук, скорее всего. Получен новый материал понча. Командос. Командос? А. Я понял, на что отсылка. Почему-то я так и думал.
А, еще один сломанный босс. Молодцы, Граца. Ей прям хорошо сделали, как надо. Вау. Я серьезно не понимаю, что вот с этими мини-боссами не так, они просто нереально сломанные. У них такие странные хитбоксы, что мне страшно. За то, кто делает, за того, кто делал эту игру. Боксы нереально странные вот у этих боссов. То есть это может быть вообще в метре от него, он все равно попадет вот этой красной штукой к тебе. Что было с той лягухой? Что с этим пауком? Кстати, можно пройти? Нет, ну там локация есть. Проход, кстати, блокируется? Да нет, вроде бы. Вот тут вода. А что такое? Не можешь до меня добраться, да? Ну и твои проблемы. Вау, в этой игре можно убежать от босса. Очень странно. Прям нереально странно. Что делаешь? Почему он, блин, их не разрубает? Это же так не круто. Что такое? Паучок не может забраться, да. Ну и ладно. Сейчас будут прыжковые упражнения опять. Люблю я это дело. Прям обожаю. Желаю всего хорошего тому, кто... придумал эти прыжковые упражнения. Бочки со смолы. Да я в курсе, что с ними что-то можно сделать. Ну что? Могу сделать вот... Electronic Arts, у меня к вам один вопрос. Что это такое? Смотрите, что это такое? Световой меч прямо сейчас был в бочке. Реалистичная игра, кстати. Хотя световые мечи это само по себе очень реалистично. Плазменный еще, разумеется, может быть. Хотя не уверен, не уверен. Не знаю о чем, но... Что делать-то? А. Просто гений. Серьезно. Кэл. Кэл, ты умничка. Это просто... умён. Нереально. Прямо как я. Что-то из охраны здесь вообще, ну, десяток клонов. Ну, в смысле, штурмовиков. Это нормально? Где должно быть? Блин, точно, мы ведь паука могли ударить. Дверь закрыта с другой стороны. Кэл. Ты что у тебя в руках? Конечно, понимаю, что для тебя это просто фонарик, которым можно бить. Но обычно этот меч использовали и как резак. Да. Good, sir. Почему ты разговариваешь так брутально? Ой.
Что если я не джедай? Что если я просто чилик со световым мечом? Типа я уверен, сейчас такое время, что... Блин, световой меч можно просто купить на рынке. В смысле, в этой игре, а не в жизни. А, ты типа у нас такой сильный, да? Типа у нас прям вообще... Бойся? Не? Не буду. Ты же слабый, чё? Ты же прям вообще нереально слабый. А, даже так. Да, что? Я тебя задел. То есть я понимаю то, что мы... Ну, вообще-то да. Вообще-то да. Так, почему ты не хочешь отбивать его атаки? Вот смотрите, я просто ему по спине прошел со световым мечом, ему вообще плевать. Все, умер. Гениально, конечно. То есть пока в киновселенной световой меч может резать все, а здесь он не режет ничего, в принципе. Новый короткий путь. Все залагало. Окей. Лагал. Умничка. Что здесь? Можно без пауков. О, трава как на Бугану. Точно, Бугану. Точно короткий путь. Что это? Слизняк какой-то. Это... Что такое, вашу мать? Это... Это что? Ну, такой вопрос просто. Это что такое? Я немного... Это самое. Диван? Ты где? Ну, у меня на спине. В чем проблема? А, вот. Странно работает. Открыть. Два раза забагал вот в этом моменте. Это нормально? Мощь и страсть. Неплохо. Трава. Зато я могу резать траву. Да. Так, сначала сюда. В смысле, вот сюда. Стоящий истребитель травы, вы посмотрите. Просто он истребляет эту траву направо и налево. Нереально мощный кэл. Ладно. Это... Короткий путь? Куда? Птичка какая-то в клетке. That's the path to the Shadowlands? There has to be a way across. You're right. We can't search the whole forest. Better get back to Saw. Чувак, просто к сведению. У тебя есть дроид, которого ты можешь туда закинуть. Я не рофлю, ты умеешь кидать, наверное, вещи. Без... суперспособности джедая, без силы, так называемый. Загрузка локации. Кайф. Без пауков, если чё. Юзай это дело. Умничка. Не
с такими шит врагами, если кто не понял. Ой. Гений. Какой он злобный. Все возродились, что ли? А разве я был на бонфайре? Еще и игра залагала. Отлично. Да пошли вы нафиг, знаете. Хотя нет. Вот так. Что это? Вау. Либо у меня умирает уже жесткий диск, либо я не знаю, в чем проблема. Загрузки стали нереально долгими. Во всех играх, кстати говоря, не только в Звездных войнах. И что это? Игра просто намертво повисла. То есть, как мы видим, полосочка ХП двигается, да? А вот этот значок джедайского ордена тоже двигается. Найс загрузка. Отлично. Мне понравилось. Так, ну, гайс, мы уже играем довольно долго, поэтому я хочу сказать вам спасибо за то, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на мой Twitch и пока.